Всем доброе осеннее утро. Смотрите, у нас выпал сегодня первый снег. Ну, выпал, конечно, трудно сказать, на земле его нет, потому что всего 0 градусов, но вот такие вот снежинки порхают. Первый снег. Классно. Полетели белые мухи, девочки. Снега уже нет, на улице сыро, так это прохладненько, но хорошо нет ветра. Терпеть не могу, когда ветер сильный, идешь аж слезы из глаз. Вот, а я еду. Ой, слезы что-то у меня сейчас потекли, кстати, как-то вышло прохладно. А я еду в Заволжье, вот так вот. Вчера позвонили, нужно по делам. Сегодня обязательно приехать, а завтра работаю. Так что я еду в путь, ни дня покоя. Ну, а у нас вот такая вот погода. Сыро. Сыро. Уже так немного морозненько. Вот ветер, какой-то порыв ветра вдруг откуда-то взялся. Птички поют. Синички, наверное. Точно, синичка. А, нет, воробей чирикает. Воробей чирикает. Вот так вот у нас на улице. Придешь, хорошо, что дома тепло. У нас, кстати, окна открыты. Мы даже спим с открытым окном. Вот сейчас... Сейчас это... Батарея у нас отключена. Ну, в кухне не отключишь батарею, а в комнате у нас батарея отключена. Смотрите, рябина сбросила все свои листья. И только грозди висят такие красные, красивые. А в комнате отключена батарея. И, ну, у нас лоджия объединена с комнатой. И надкидное окно открыто. Мы, в общем-то, в течение дня даже не закрываем. Кухня на микро открыта. И там надкидное открыто. Мы спим так вот с открытым окном. Сейчас хорошо, вот воздух влажный. Было тут сухо совсем. Эта пыль летела, конечно, не очень. А сейчас воздух влажный, хорошо. Вот так вот. Трава у нас тут, бурьяны. Бурьяны. Рябина красиво, без листьев, одни красные такие грозди стоят, висят. Видите, как красиво капли дождя на вот этом вот чистотеле. Чистотел. Какая здесь карета. Кто собака? Что тебе надо? У меня нет ничего, сладкая ты моя, нет у меня ничего. Еще вот такая маленькая карета появилась. Здесь лошадей держат. Вот. Вот у них здесь конюшни. Дом прям недавно, что ли, построили. Давно я здесь не ходила. Бах, уже дом стоит. А может быть, просто кирпичом вложили, может, что-то надстроили. Не знаю, даже не помню, что здесь было почему-то. Вот. А здесь манеж. Я уже показывала. Здесь на лошадях обучают, наверное, вот как типа кружка они что ли ведут. Вот. Они расширились здесь. Тут даже кресла стоят для зрителей, наверное. И платформа. Вот я пришла, вышла раньше. Думаю, пойду-ка я прогуляюсь. Воздухом подышу. Вчера на озеро так и не пошли. Как назло, в 4 в 5 часу пошел дождь. И такой приличный дождь. Целый день дождя не было. Вот так вот. И муж у меня сегодня с утра сбегал. А я снова без прогулки.
в магазин, правда, ходила. Девочки, я уже дома. Пришла, яблоко ем, готовлю. В общем, приехала, насколько я, 3 часа, пока зашла в магазин. Пора ужин готовить, скоро муж с работы придет. Ну, а здесь у меня форель жарится. Зашла я, ну, в Заволжье, в этот, в рынок, и взяла 4 стейка. Ну, они такие небольшие. Вот, нравится мне там у них рыба продается. И здесь пюрешку сварю. Вот, борщ я уже вчера сварила, потому что мы позвонили же вечером. Надо ехать обязательно. Давай готовить быстрее, чтобы сегодня еще с этим тут не путаться с готовкой. Завтра на работу. Труба зовет. Девочки, делаю салат на ужин. Такой вот зелененький. Здесь огурчики, помидорчики, перчик, зеленый лук и салатные листья. И сейчас я сюда гранатовый соус польем немного. Вообще можно даже с одним гранатовым соусом есть. Мы в Турции были, как раз гранатовый соус. У них не всегда было масло почему-то. Ну, там... А, нет, не в этот раз, в прошлый раз в отеле у них не было почему-то масла, а был только гранатовый соус. Но с гранатовым соусом очень даже неплохо. А вот это тахин, это из кунжутных семян, вот эта вот паста, она такого орехового вкуса, ореховый вкус имеет. Я даже ее добавляю. Ну, вы же добавляете кунжутное семя иногда в салат. Ну, вот это вот то же самое, с таким ореховым вкусом получается. И уже немного можно вот оливкового масла. Так, немножко. Чтобы не было уже тут совсем все так вот в жидкости. Да, можно еще чуть-чуть. Так. Вот такой вот красивый получился салатик. Зашла еще там, купила, ну, в рынке у них финики. Муж страдает, фиников хочет. Вот такие он любит. Я же такие вот не люблю, сухие. По 200 рублей такие финики. Ну, они как бы без сахара. Вот. Такие просто сушеные. Ну, наверное, полезнее. Говорит, купи мне именно такие. Вот. И еще там же взяла льняное масло. Вот такое. По-моему, оно должно быть хорошее. В общем, будем омегу-3 поглощать. С утра нужно на голодный желудок. Буду пить вот это масло. Надо попробовать, конечно, в эко-магазин ехать далеко, а ну, вот такая же маркировка, в общем-то, там, но там стеклянные бутылки, это, конечно, пластиковая бутылка. Ну, посмотрим, горчит оно, не горчит, потом скажу. Ну, а сейчас, наверное, свой блог заканчиваю. Всем пока-пока на этой приятной ноте. До следующих видео. Пока-пока.